ну, там несколько дней уже идет сбор. Можно ли сказать, что освоился в статусе игрока сборной России? Да, можно так сказать. Уже привык. Я даже не знаю, что сказать. Но я привык, да. Особенно чувство, да, первый раз в главной сборной. Вот. Всегда хотел сюда попасть. Вот и попал. Вот. Ну, сейчас уже все обычно. Каждый день работаем, тренируемся и готовимся к важному матчу. Можно сказать, какой Черчесов тренер? Как он себя ведет? Он строгий, требовательный, но и одновременно и очень позитивный. Вот. Всегда хорошее настроение в команде. И в основном он его поддерживает, это настроение. Вот. На сборе чуть больше игроков, чем обычно, чем мы привыкли. Для вас это, конечно, момент, но чувствуется, что слишком много футболистов? Ну, не сказал бы, что это чувствуется, но, конечно, есть какие-то проблемы. Приходится иногда кому-то меняться, там, заменами тренироваться, ну, когда футбол. Ну, это нормально, вот, все понимают и все выкладываются на максимум. Я вот уже спрашивал у Гильерми относительно того, что большинство ваших одноклубников уже в отпуске отдыхают, а вы тут пашете. Нет ли какой-то доброй, может быть, зависти? Да нет, какая зависть? Это у них должна быть зависть. Сборную России, это, я думаю, для каждого мечта попасть. Так что все как раз-таки наоборот. А персонального сожаления о том, что отпуск пропал? Да, отпуск не пропал, я думаю, будет, там дадут нам время какое-то отдохнуть. Ну и в сборную съездили. Это уже отпуск? Ну, для меня, да. Можно? Да. У всех новичков спрашиваем о том, как приняли, о шутках Дзюбы. Угу. Самое большое впечатление, которое ты увезешь с этого сбора? Из того, что вот, из этих, там, сколько, 6 дней, по-моему. Ну, наверное, организация, как здесь все организовано, все на высоком уровне. Ну, а так, в принципе, ничего сверхъестественного. Лигу чемпионов мы видели, как посмотрели. Расскажи впечатление. Ну, игра была достаточно скучная, намного большего ожидали, но все равно, что есть, то есть. Да. Полуфиналы, можно сказать, заменили финал, вот, которые были. За Реал. В финале ни за кого, а так Лига чемпионов за Реал болел. Еще. Готовы выйти на поле в Сан-Марине с Липовым? Настраиваетесь на то, что... Или все-таки пока понимаете, что здесь больше знакомства? Нет, я хочу выйти, и никакое знакомство. Ну, я не пришел для этого сюда, я играть пришел. Вот. А выпустят, не выпустят, буду еще больше работать. Зелимхан, первый соперник Сан-Марино. Угу. Футбольный карлик, при всем уважении, это может как-то расслаблять что-то команду? Я думаю, нет. Мы очень серьезно готовимся. Очень серьезно нас готовят психологически. Вот. Так что мы выйдем и максимально приложим усилия, чтобы выиграть и как можно крупнее. Сегодня и землю грызть будете, да? Будем землю грызть, вот, да. Вот так настроили, да. Спасибо. Все, спасибо.